Нет конца моей радости, увидел 2020 зебру. Все прикольно. Так, давайте посмотрим. Вот боковая тут, типа рендер, штукенция. И вот, когда вы крутите персонаж, тут вот есть расположение камеры. Ну, типа, расположение персонажа вот на вот этой плоскости. Чтобы вы знали, где X, где Y, где Z, зад, вперед и так далее. Ну и давайте посмотрим. Так, когда вы установите программу, как всегда, будут большие значки. Преференции заходите, находите интерфейс. Вот здесь есть UI. Вы включаете Button Size и уменьшаете его до 38 и перезагружаете, перезапускаете именно программу. У вас будет вот такие размеры. Вот таких вот, такой размер именно будет значков и надписей. Так, следом, вот это вот окошко, прикольное, непонятное, это преференции, опять же заходим, находим thumbnail, да иди твою, опять новые слова, и вот здесь вот можно background уменьшать, вот так вот левой кнопкой мыши вводите, тут меняется у вас цвет, вот так вот, до серого и до красного. Ну, словом, выбирайте сами, называется. Так, вот так его можно водить до черного. Теперь отключать thumbnail этот вот здесь вот. Потом size вот здесь, прибавлять вот здесь. Так, это вот еще увеличение magnifity. Экспорт тумб можно сохранить в формате PSD, BMP, JPEG. Это, я так понял, рендер вот этой модели, типа BPR вот этот. Ну, как-то он здесь вот вписан. Так, словом, это понятно. Здесь еще есть в преференциях. Можно его сделать вот таким вот. Типа только форма. Вот так вот. Так. Давайте разберемся, посмотрим теперь на камеру, как она теперь тут регулируется. Преференции открываем. Вверху Cam View вот это. Ее можно отключать. Можно выбирать своего персонажа, свою модель, которая приятна вам. Вот кубики всякие, камеры, все с лифтбоксом. Собачка, вот он, гражданин, стандартный, камера. Также можно уменьшать, увеличивать вот эту камеру. Размер, можно ее отключить, опять же, и можно сделать свою. Вот персонаж сейчас прокрутится. И будет персонаж вот именно здесь сбоку. Вы можете смотреть, как он тут находится, как будто этого мало. Так, ну это все понятно. Сейчас я еще подгружу неудачную модель с разверткой вот этого Боба. И посмотрим, как это все дело лепится по развертке. Давайте. Так, вот такой вот гражданин. Вот такая у него непонятная развертка. Там просто внутри было две модели, две сетки. Одна сетка покрасилась, а вторая нет. Но это... не беда, это экспериментальная модель. Следом заходим в UV Map. Morph UV. Вот вы видите, что одна развертка разлетелась, а окрашенный гражданин в ней внутри. Получается, развертку я снял с одной сетки, а второй гражданин был покрашен. Ну, короче, где-то так. Так, ну и что здесь можно сделать-то? А можно теперь вот именно Morph UV вот эту отключить. Или даже вот по ней можно полепить. Давайте по этой сетке полепим. Так, это можно зум прибавить. Берем какой-нибудь фрагмент. Берем кисточку. Так, теперь зад включаем. Draft size побольше. И вот вы видите, что мы можем
лепить по развертке. Вот таким вот образом. Прикольная штука. А вот красить как по развертке я не разобрался. Если выбирать цвет, ставить RGB зад, то по ней она что-то не сильно хочет красить. Так, а ну-ка. Поставим красный. Вот что-то она не очень красит. Так, ну, посмотрим теперь. Свернем развертку. И вот вы видите, что где мы рисовали, тут вот шишки. А где старались красить, там вот такая вот фигня. Ну, в принципе, для понимания, что есть такая штука, все нормально. Текстуры map. Также можно подгрузить текстурку. Вот так. Вот она опять ложится на другую сетку. И вот вы видите, что применилось именно даже к этим вот намалеванным. Ну, вот где-то вот такой вот легенький обзор с неудачной моделью. Ну, интересно. Дальше будем копаться, рассматривать, что тут да как. Все, всем пока, до свидания.